Жена экс-чиновника могла сбить пешехода в Челябинске. Речь об аварии, которая произошла еще в сентябре на улице Сони Кривой. БМВ влетел в ограждение, буквально припечатав пешехода к решетке. 54-летнего мужчину с места происшествия увезли на реанимобиле. У него диагностировали открытый оскольчатый перелом ноги. По словам пострадавшего, после аварии автомобилистка приходила к нему в больницу и даже частично возместила расходы на лечение. И вот сейчас стали известны данные водителя. По информации издания 74.ru, они совпадают с данными супруги экс-министра дорожного хозяйства Челябинской области.